Всем еще раз привет. Меня зовут Никишкин Илья, я представитель общественной организации «Общее дело», и наш проект называется «ГТО-пати». Он знаменует собой великую и могучую, да, систему ГТО, но немножко в другом формате, да? Даже в рифму получилось. Итак, раз, два, три, что-то пропадает звук, нормально, да? Значит, какую проблема какая существует? Наши школьники, увы, не осведомлены о многих событиях, которые происходят у нас в городе Самара, и по статистике всего лишь треть времени своего они проводят в школе, остальное время они проводят фиг знает где. Соответственно, сейчас уже статистика достаточно плачевная, где-то процентов 60-70 из них уже попробовали такие наркотики, как табак, алкоголь, некоторые уже балуются и другими, и ввиду незанятости своей, они как раз прибегают вот к этому состоянию. Это есть проблема. Ну и есть такое как бы предположение, и оно не лишено смысла, то, что данную проблему нужно решать. Почему? Потому что эти школьники через 3-5, там, некоторое количество лет, это наши с вами соратники, это наши соратники по работе, это те люди, которые будут работать в наших организациях и взаимодействовать с нами. И в соответствии с этим нужно решать эту проблему. Так как у нас задействован уже офлайн режим, чуть попозже о нем расскажу, есть вариант, да, задействовать онлайн. И это мобильное приложение, которое будет оповещать школьников в режиме фоновом на их мобильных устройствах о всех событиях, которые происходят, всех полезных событиях, которые происходят у нас в городе Самара и Самарской области. Итак, мы создали концепт. Это как раз вот вид приложения, когда она открывается, и сразу мы видим, что есть выбор, куда пойти, куда податься и выбрать. Что, то есть, что кому по интересам, к примеру, да, вот они зашли, увидели, кого-то интересует одно, кого-то другое, они переходят, кликая по кнопкам, и далее выбирают, например, условно тип строя психики у кого какой, и, например, он выбрал паркур, и ему сразу вот выдается, что показательные выступления, мастер-классы по паркуру состоятся там-то, там-то, и он может там выбрать пойду или там, и какой-то другой вариант, да, это всего лишь концепт. Значит, что удалось сделать за хакатон, за эти два дня? Это, ну, как я уже сказал, создать концепт, создать некий прототип, набрать команду, набрать единомышленников, познакомиться со специалистами, ну и приобрести полезные знакомства и знания. Ну, далее, естественно, планируем доработать этот проект с помощью наших специалистов, обратиться к команде и взять какие-то советы и, то есть, создать, доработать уже рабочую модель этого приложения. Целевая аудитория, как я уже говорил, это школьники, это как раз фотография с наших мероприятий. Средний возраст целевая аудитория — это с 11 до 17, бывает чуть помладше, бывает постарше. Это те люди, которые увлекаются поп-культурой. И фишка в том, что под соусом поп-культуры, на которую ориентируется молодежь, мы даем им знания и возможность попробовать новые какие-то виды деятельности, полезные потенциально. Итак, требуется нам программист и дизайнер, и, естественно, бюджет на оплату работы специалистов. Что сделано? Что уже сделано, да? То есть мы уже получили одобрение от департамента образования Самарской области на нашу деятельность в плане ГТО-пати. Каждое воскресенье мы проводим вечеринки, вот именно вот в ЗОЖ-формате. Что там у нас еще? Каждую субботу проводятся мастер-классы по арт-потоку. В будни мы работаем со школьниками, и действует сообщество в ВК, конечно же, то есть в нашем родном ВКонтакте. Так, и по общему делу, да, это общественная организация, которая ведет деятельность в школах, СУЗах, вузах в 47 регионах нашей страны.
У нас есть несколько направлений. Одно направление – это интерактивные занятия, и вот второе направление – это осуществление социальных проектов на полезную занятость школьников. Ну, в принципе, это все. Хотелось посмотреть еще видео. Есть некоторое время, да? Ага, ну все, тогда ладно, фоном что-то, может быть, посмотрите, что-то увидите. Это фон нарезка вот с ГТО проекта, который проходит в КРЦ «Звезда» еженедельно, где все. Школьники как раз собираются, общаются, проводятся разные мастер-классы, да. Показательные выступления, да. Они пробуют, да, и так далее. Илья, все, вопросы, спасибо. Пожалуйста.